Добрый вечер, дорогие коты. С вами Юля Москва снова. В общем, еду я сейчас, да, и я подумал, что я всем вам скажу одну вещь. Моя татуировка, да, вот эти глаза на моей руке, это не арерочки. Это глаза единственного человека, который в меня верил за всю мою жизнь. Она одна такая, да. И я не хочу и не боюсь об этом сказать, не хочу это скрывать. Я ни разу не пожалела, что сделала именно эту татуировку. Именно с ее глазами, которые я хочу смотреть всегда.